Наверное, джаз и стоит слушать только в такую погоду. Успокаивали себя зрители, не хмурились, глядя на хмурые тучи. На фестивале «Усадьба джаз» все как всегда. Зрительный зал прямо на траве, на сцене лучшие исполнители из России, Франции, Грузии, США, Израиля. Джаз, опера-рок на фоне дворцовых построек времен императрицы Екатерины II. В этом году фестиваль «Усадьба джаз» впервые в музее-заповеднике Царицына. На смешение абсолютно разных музыкальных стилей, будто продолжает архитектурную идею этого ансамбля – сочетать несочетаемое. В каждом здании здесь и элементы европейской готики, и московского барокко. Так захотела когда-то императрица. В каждой композиции фестиваля и джаз, и соул, и фанк, и блюз – так захотели организаторы. Также приглашали и приглашаем каких-то наиболее ярких, интересных музыкантов, которые могут належать, например, в джазовом поле, но быть при этом харизматичными личностями. Фанаты встречают за сценой. Такого приветствия от российской публики не ожидали. Группа «Хаятус Койот» преодолела больше 14 тысяч километров. Ради часового выступления в России номинанты на премию Грэмми летели из Австралии. Нас поразила архитектура, эти дворцы в парке. Но еще больше сюрприз – это то, что люди пели вместе с нами. А у меня нет эмоций. Я робот. Шучу. У меня просто слов нет. Я надеюсь, что в следующем году нас снова пригласят на фестиваль. Световой день сменился сумерками, но со сцены Хиплу Герзмаву не отпускали долго. Вместе с трио Даниила Крамера исполняли оперу, джаз, блюз, импровизировали. Получился музыкальный кроссовер. Гармоничное сочетание разных стилей. Классическая точность и отшлифованность каждой фразы соединяется со свободой и полетом импровизационным. Есть места, где делаешь, что хочешь, а есть места, где надо быть очень аккуратным. Поменять стены театра на воздух Хипла Герзмава готова всегда. Уверена, спеть и оперу в стиле джаз – это не хулиганство, а делать это в слиянии с природой и вовсе удовольствие. Мы же все божественные люди, и в любом случае есть слияние. Ну, это нормальное, естественное состояние человека, конечно. И мне кажется, что это отдых для голоса. Не дождавшись солнца, но дождавшись заката, зрители расходились неохотно. За два дня на фестивале выступили более 40 коллективов и сольных исполнителей. Джазовая усадьба. Двери закрыла, но только на один год. Екатерина Ведмедь, Александр Шаповал, «Новости культуры».